では本日は4問やって2勝2敗。いやーいやー久しぶりかな2敗したのは。いやいないですね。そう悔しいね。Какого литературного героя называют рыцарем печального образа? Это правильный ответ! Верно. Как иначе в ботанике называют репейник? Прошу всех встать! Суд идет! Лопух. Броги – это брюки или туфли? Можете се явить, так учуваму поэне, не. Верно. Какой предмет расположен в центре памятника петербургскому дождю? Уже называли сороку. Точно называли, не сомневайся. Зонт. Сколько полей на доске для международных шашек? 5. Верно. Как называлась популярная советская кулинарная книга, вышедшая в 1939 году? Штраф 1000 рублей. Верно. Лондонцы дали небоскребу Мэри Экс прозвище «Початок кукурузы» или «Огурец». Поехали. Верно. Какой ямайский певец известен как король регги? Только что назвали. Внимательнее следи за ответами других игроков. Боб Марли. Санскрит. Древний литературный язык Перу или Индии? Уже называли. Неверно, Индия. Электрон или протон на древнегреческом языке означает янтарь. Да. Верно. Как называется американская настольная игра, где продают и покупают улицы, вокзалы, дома? Все принимается, все обсуждается. Поехали, 20 секунд. Верно. Банк. Какой ринг появился на телевидении благодаря Тамаре и Владимиру Максимовым? Нет такой птицы. Крапивница. Это бабочка. Музыкальный ринг. Сколько часовых поясов в России? 96. 11. На территории какой современной страны жил философ и математик Пифагор? Смотрите. Верно. В стихотворном размере ямб ударение падает на первый или второй слог? 0 баллов. Неверно, второй. Тулья – это часть юбки или шляпы? Тишина. Верно. Запах какого фрукта имеет растение мелисса лекарственное? Уже называли тетерева. Лимона. Нужен ли мяч для игры в бейсбол? Да. Верно. Кто был первым наркомом тяжелой промышленности, Куйбышев или Орджоникидзе? Уже была, с нее начали раунд. Неверно, Орджоникидзе. Международная организация радиовещания и телевидения называлась Интервидение или Евровидение? Нет. У такой дороги есть название, которое применяют вместо слова каменное. Помнишь? Когда покрытие дороги из отдельных камней, то дорогу называют... Неужели не помнишь? Тогда давай другой вариант. Неверно, Интервидение. Что означает пилястрами? Стены или перекрытие здания? Тоже говорят иначе. Дорога же не из снега сделана. Стены. Банк. Какой трехзначный номер у единой экстренной службы в России? 328. Неверно, 112. Какого цвета берет у бойцов воздушно-десантных войск России? Нет. Есть много характеристик именно дороги. Голубой. Назовите официальный язык и Анголы, и Мозамбика, и Бразилии. Про дорогу говорят не снежная, а заснеженная, то есть запорошена снегом. А дорогу с покрытием из камней называют булыжной мостовой или мощеной, а не каменной дорогой. Вот почему я не принял эти ответы. Неверно, португальский. Кто развалил теремок в русской народной сказке? Тишина. Время вышло, ваш ответ правильный. Блестящий раунд. Отличный старт. Из 40 тысяч, которые вы могли заработать, вы положили в банк всего лишь 40 тысяч рублей. Раунд второй. И у вас в банке 40 тысяч. В каком полушарии не водятся пингвины? Это не здание. Метрополис – это огромный город. Токио, Нью-Йорк.
Неверно в северном. Фигурами какого цвета играет шахматист, делающий первый ход? Переписчики переписывали, переписывали, да не вы переписывали. Верно. Сколько раз, согласно поговорке, ошибается сапер? 27. Верно. Банк. Сколько людей изображено на картине Васнецова, Иван-Царевич и Серый Волк? 34. Неверно. 2. Кабуки. Это традиционный театр Италии или Японии? Верно. Спагетти вонголе. Это паста с мясом или морепродуктами? На дворе парад. Я параду рад. Выйду на парад. Возьму фотоаппарат. Верно. Сколько товарищей в названии романа «Ремарка»? 190. Верно. Банк. Бочку какого сладкого продукта в пословице портит ложка дегтя? Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный ответ. Меда. На руках или на ногах носят гамаши? Явитесы. Верно. Сколько струн у скрипки? 98. Неверно. 4. Где находится море изобилия и море ясности? Уже называли. Неверно. На Луне. В пригороде какой столицы стоит большая арка Дефанс? Смотрите. Верно. В какой стране находится храм Парфенон? Птеродактиль. Верно. Сколько дней в 2020 году? 102. Верно. Матч по хоккею с шайбой делится на 2 или на 3 периода? 60. Верно. Как называют команды в Формуле 1? Стойло или конюшня? Торт. Медовик. Торт. Банк. У гироскутера одно колесо или два? 27. Неверно. 2. Как в славянской азбуке называлась буква А? Твердый знак. Президентом какой страны в 2017 году стал Эммануэль Макрон? Потрясающе. Верно. Какое изобретение сделало Альфреда Нобеля богатым? Батут. Верно. Восстание Уотта Тайлера произошло в средневековой Англии или Испании? Ой, отлично, про подсказки. Хорошо спросили. Я буду аннулировать ответ Анатолия, если будут подсказки. Вот, я давно мечтаю об этом. Вы готовы? Верно. Что носят на голове, тиару или кардиган? Верно. Верно. Моноцикл, на котором выступают артисты цирка, это велосипед или мотоцикл? Ваша версия. Верно. Банк. Какой музей возник в 1764 году как частное собрание императрицы Екатерины II? Тишина, поехали. Верно. Банк. Какое масло греки добавляют в далмадес, национальную разновидность далмы? Оксана из Ниссана в сауну, Сусана из сауны в Ниссан. Время вышло. Верно. Раунд третий. И у вас в банке 80 тысяч. Американский кинорежиссер Милош Форман. Польского или чешского происхождения? Его начинали. Давай другой вариант. Неверно, чешского. Как иначе мы называем субмарину? Да или нет, я могу ответить. Неверно. Какое молоко упомянуто в названии знаменитого советского торта? Все, тишина, готовы? Верно. Как звали стрельца из сказки Леонида Филатова? Не руки. Татьяна, включайтесь. Верно. Банк. Какого немецкого политика 19 века прозвали железным канцлером? Нет, Бисмарка. Верно. Как называется планка для изготовления картинных рам? Ваша версия. Багет. Как называлась группа, первыми солистками которой были Винницкая и Грановская? Антон, пока ты молчишь, зарядка аккумулятора расходуется. Помни об этом. Неверно, Виагра. Какой овощ придает ярко-красный цвет супу гаспачо? А город? Помидоры. Что в конструкции здания может быть ленточным, монолитным и свайным? Тишина. Верно. Из какого овоща чаще всего делают драники? А если будут подсказки, и от команды тоже, мы аннулируем ответ, это наша забава такая. Тишина. Прошу вас. Верно. Какой стиль плавания выбирает абсолютное большинство пловцов вольным стилем? Тишина, поехали. Верно. Антенна или крылья изображены на эмблеме российских войск связи? Уже называли школу. Неверно, крылья. Какой российский клоун создал театр кошек? В случае подсказок мы аннулируем ответ, и это вызывает обычно хохот у зрителей. Тишина. Тишина. Верно. Сколько звезд на одном погоне капитана российской армии? 45. Верно. Банк. Севернее или южнее северного полярного круга находится город Норильск? Кремль – это оборонительное сооружение, крепость. Там не одно здание. Неверно, севернее. Каким французским словом называется декоративная емкость для цветочного горшка? Рамазотти заработал на Мазерати, а Глызин гречкой грезит. Верно. Какое хищное животное упоминается в выражении, обозначающем опытного моряка? Тишина, никаких подсказок. 20 секунд. На все про все. Верно. Нара, памятник какому русскому императору стал эмблемой киностудии «Ленфильм»? Александр II. Петру Первому. Кто у древних римлян соответствовал греческому богу войны Арессу? Верно. Верно. Какая из сталинских высоток стала выше? Время вышло. Раунд четвертый. И у вас в банке 120 тысяч рублей. Какое качество крылатое выражение называет вежливостью королей? Гост. Верно. Слугой кого из мушкетеров в романе Дюма был Гримо? И монастырь – это комплекс зданий, а не одно. Неверно, Атос. Какая певица собирала разных исполнителей на рождественские встречи? Тишина. Верно. Ангара – приток какой реки? Вартасявите. Не. Енисей. Как называется шест, с помощью которого акробат сохраняет равновесие на канате?
Просто Дмитрий плохо подсказывал. Верно. Как называется сооружение для охлаждения воды воздухом? Градирня или штольня? Солист хай-фай нашел вай-фай на Хайнань. Верно. Сколько минут в одном часе? Минус 500. Верно. Как называется винтовой стержень для открывания бутылок? Верно. Банк. В каком помещении Ватикана кардиналы выбирают Папу Римского? Ваша версия. Сикстинская капелла. Осетинский и таджикский языки относятся к тюркским или иранским языкам? Это же площадь, а не здание. Стоп. И в третий раз первым разрядился аккумулятор звездолета Маугли. Неверно, к иранским. Какому из цветов радуги соответствует наибольшая длина световой волны? Верно. Какая буква обозначает международные кинофестивали высшего класса? Верно. Банк. Какое восклицание Архимеда буквально переводится как «я нашел»? А если будут подсказки, и от команды тоже мы аннулируем ответ, это наша забава такая. Тишина, прошу вас. Готовы? Зрители. Тишина, поехали. Верно. Рабатка. Это цветник или видограды? Тя-а-а. Верно. Шрапнель используют против танков или против пехоты? Тя-а-а. Верно. Кто представлял Россию на Евровидении 2019? А кто его заколол? Лазарев. Сколько глаз было у лиха из русских сказок? 27. Неверно, один. Конфедератка. Это фуражка или куртка? Тя-а-а. Верно. Банк. В какой стране резиденция короля, дворец и монастырь? Искориал. Монастырь. Верно. Какой гладиатор поднял восстание, сбежав из школы в КПР? Патриса. Время вышло. Ваш ответ правильный. Бинго, бинго, 75, новинка, чтобы побеждать. Хочешь выиграть джекпот? Купи билет на 100 лото. Бинго, 75, каждый третий билет выигрывает. Следующий вопрос. Что, по мнению автомобилистов, является лучшим способом не уснуть за рулем? Ответ прост. От монотонности в долгой дороге спасут семечки. А вдвойне приятное путешествие ждет вас с по-настоящему жареными семечками джин. Отсутствие хорошей памяти и внимания мешает многим. Улучшать умственную работоспособность помогает Биотридин. Биотридин – сильное звено на пути к вашему успеху. Общая сумма вашего выигрыша – 160 тысяч. Какому историческому событию в космосе посвящен фильм «Время первых»? А, да, про подсказки. Это любимая история. А все никак не дождусь. Я как всех напугаю, никто и не подсказывает. Но если будут подсказки, я буду аннулировать ответы. Вот, я все хочу попробовать. Ни разу не было такого. Какой город был столицей ФРГ до объединения Германии? Нет, это часть Висла. Неверно, Бонн. Чего не может совиный попугай летать или кричать? Ну что же, мы не услышали правильной версии от наших игроков, и я отправляюсь к группе поддержки. Неверно летать. Сколько людей изображены на картине Саврасова «Грачи прилетели»? 8. Верно. Премьер-министром какой азиатской страны является Нарендра Моди? А еще какие-нибудь версии есть? Индия. Богема композитора Пуччини. Опера или балет? Неплохо, неплохо. Верно. В каком московском парке в 2018 году открылся концертный зал? Это ватлы. Верно. Какой газ выделяется в процессе фотосинтеза? Горчичный газ. Верно. Малахай – это бобровая шуба или головной убор? Явитесы. Верно. На каком материке живет большинство сумчатых животных? И никто не подсказывает. Это связано. Верно. Что на пиратском судне называют веселым Роджером? Тишина. Верно. Через Москву реку или Мойку переброшен большой каменный мост? Моритесы явите. Верно. На Урале или на Кавказе находятся горы Эльбрус и Казбек? Терпела проклого продуктового доктора в программе. Пропал продуктовый доктор. Нет проку с прокловой. Верно. Банк. Какой? Раунд 6. И у вас в банке 200 тысяч. Какого окраса конь на картине «Витязь на распутье»? Мы не услышали правильного ответа от наших игроков, и я отправляюсь к группе поддержки. Неверно, белого. Что призывала не вешать песня из кинофильма «Гардемарины вперед»? Накидывайте, накидывайте, накидывайте. Верно. В 19 или 20 веке было образовано государство Израиль. Ну что ж, давайте посмотрим на экран и узнаем правильный ответ. В 20-м. С какой целью газовый шланг на кухне иногда покрывают мыльной пеной? А кто изображен на этих всех картинах? Ищут утечку газа. Фильм «Берегись автомобиля» снял Рязанов или Данелия? Экран наоборот. Верно. Какие деревья изображены на картине «Шишкина рожь»? Мы не услышали правильного ответа от наших игроков, и я отправляюсь к группе поддержки. Сосны. Сколько игроков двух футбольных команд выходит на поле в начале матча? 36. Верно.
Лайнер «Лузитания» или «Титаник» погиб от торпеды? Война и мир. Верно. Какой город в Средней Азии за последние 30 лет сменил 4 названия? Полная тишина. Никаких подсказок. Верно. Какой полый мышечный орган человека содержит 2 желудочка? Простите? Верно. Банк. Какая группа поет «Пусть все будет так, как ты захочешь»? Мы не услышали правильного ответа от наших игроков, и я отправляюсь к группе поддержки. Неверно. Чаев. У какой планеты спутников больше, у Марса или Венеры? Ну что ж, мы услышали разные версии наших игроков. К сожалению, они неверны. Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный ответ. Неверно, у Марса. В каком фильме роль монаха Анатолия сыграл рок-музыкант Петр Мамонов? Ваша версия. Остров. Больше или меньше 100 лет длилась столетняя война. 116. Верно. Как совершенно справедливо можно назвать Карабаса-Барабаса? Импресарио или травести? Ваша версия. Время вышло. Правильный ответ. Импресарио. Раунд 7. И вы успели выиграть 240 тысяч. Какой фрукт упомянут в самом известном прозвище Нью-Йорка? Все молчат. Верно. Какой инвентарь, кроме мишени, нужен для игры в дартс? Можете съявить ту призу. Верно. Какое игровое амплуа объединяет Дина Дзофа и Льва Яшина? Про людей. Верно. На какой реке стоит немецкий город Кёльн? Еще. На Рейне. Из сока какого мексиканского растения готовят текилу? Миссис Явели. Агава. Аутлет. Это магазин или спортивная площадка? Тян. Верно. В каком городе находится небоскреб Лахта-центр? Мы не услышали полного правильного ответа, и я отправляюсь к группе поддержки. Неверно. Санкт-Петербург. С каким измерительным прибором изображают Фемиду? Слушайте друг друга, Иван не так задал свой вопрос, когда я сказал «да». Так, а что? Верно. Банк. Какое название усадьбы в Бразилии известно всем зрителям сериала «Рабыня Изаура»? Марта Сиавити. Фазенда. Сколько лет одиночества в названии романа Маркеса? 14. Неверно, 100. Военная группировка какой страны называлась Квантунской армией? Была такая версия. Неверно, Япония. Кто написал песню «Охота на волков»? Николай. Конечно. Какие две цифры используют в двоичном коде? 7. Верно. Сколько букв «К» в слове «аккордеон»? 32. Верно. Кем был Генрих Шлиман? Архитектором или археологом? Все верно. Молчат. Верно, Тимур. Банк. Общий приз сегодня составляет 320 тысяч рублей. Какую игру король Англии Эдуард II назвал беснованием и запретил в городах? В самом деле вопрос очень трудный, но нам необходимо установить истину. Давайте посмотрим на экран. Это неправильный ответ. Правильный ответ – футбол. Какую игру придумал и впервые провел канадец Нейсмит, использовав мяч и две емкости из-под фруктов? Полная тишина. Это правильный ответ. Французский писатель, актер и режиссер Саша Гетри считал, что плохие драматурги пишут плохие пьесы. А какие пьесы, по мнению Гетри, пишут хорошие драматурги? По-разному. Это неправильный ответ. Правильный ответ – никаких. Полное название английского романа на русском языке состоит почти из 50 слов. Первое слово – «жизнь», последние два – «им самим». Как зовут заглавного героя романа? Тишина. Любая подсказка, мы аннулируем ответы Маргариты. Тишина. Нет, это неправильный нет, ответ. Правильный ответ – Робинзон Крузо. Как на современном железнодорожном вокзале называется тот, кого раньше именовали крючником? Наверное, такой тот человек, который рельсы ложит, кладет. Это неправильный ответ. Правильный ответ – носильщик. И ложит такого слова нет. А вот и нет. Благодаря людям какой профессии появилось выражение «наше вам с кисточкой»? Полная тишина. Вот сейчас при попытке подсказывать, мне уже страшно, мы удалим Дмитрия Колдуна. Что, я не буду ничего говорить. Полная тишина. Это неправильный ответ. Правильный ответ – цирюльники, парикмахеры. Какой заокеанский город был сожжен английским десантом 28 августа 1814 года? Тишина, никаких подсказок. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Вашингтон. Если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете.
какого государственного деятеля считает своим основателем созданная в 1635 году французская академия? Бурый. Еще раз. Бурый. Это неправильный ответ. Правильный ответ – кардинал Ришелье. Если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Какая советская кинокомедия демонстрировалась за рубежом под названием «Москва смеется»? Печать остается у меня. Это неправильный ответ. Правильный ответ – веселые ребята. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 320 тысяч рублей. Радио. Койчи.